Apple перестала класть в упаковке от айфонов блоки для зарядки. Они как бы заботятся об экологии, но еще на самом деле облегчили тем самым вес упаковки. Здорово, чел. А давай с тобой посчитаем, сколько процентов от веса айфона составляет вес блока. Нам для этого понадобятся часы, правда их надо на что-то положить, поэтому вам придется мне немножко довериться. Как вы можете видеть, вес айфона у нас с вами получается 205, ну а вес блока 56. Каким мы с вами образом вычисляем, сколько процентов от веса айфона составляет вес блока? Ну вот это у нас с вами, это 100% получается, а вот это как раз неизвестно. Ну и так как у нас здесь с вами прямая пропорциональность, то произведение двух вот этих элементов равно произведению вот этих двух. Ну то есть крест-накрест. Таким образом, чтобы получить, какое же у нас здесь с вами написано число, нужно просто перемножить вот эти два и разделить результат вот на это. Вот у нас с вами получается приблизительно 27%. Ну то есть iPhone у нас с вами в 4 раза тяжелее, чем блок зарядки. А что еще можно было бы посчитать? Напиши в комментарии.